Чтобы найти последнего жреца, нахождение последнего жреца неизвестно. Рекомендую вам связаться с доктором Кайдером. Я настрою пожал на командный пост комитета. Идите вперед и найдете доктора Хайдена. Ранее в этом комплексе располагался штаб сопротивления. Хорошие новости для верных. Предатель Сэмюэл Хайден. Персонал под угрозой. Начинаем процедуру эвакуации.
Внимание! Штаб комитета находится под угрозой. Примите свои страдания, юные приверженцы. За болью вас ждет просветление. Больше нет. Всем немедленно покинуть комплекс.
внимание! Сэмюэл Хайден погиб. Комитета больше нет. Всем немедленно покинуть комплекс. Проход к цитадели доктора Хайдена закрыт. Идентифицированы две турели. Расчет оптимальной траектории стрельбы. Готово. Обе турели позволят расчистить путь. Отмечаю их. Yeah.
Доктор Юлиана Ричардсон. Запись. Анализ палача Рока. 24 января 2063. К человеческой расе, но силой, быстротой и выносливостью он превосходит других людей. В образцах крови есть объекты неизвестные. Я не могу согласиться с предположениями некоторых коллег, что он за неимением. Самого Рока, явившийся, чтобы спасти человечество от грехов. Но и отрицать, что его прибытие. И все это, несомненно, поколебало мой научный скептицизм.
Доктор Елена Ричардсон, запись 05, анализ палача Рока. 2 февраля 2163. Непростые времена. Сможет ли он победить их в одиночку? Если не сможет, то все мы, весь наш... Не рождается грешником. Чтобы прийти к успеху, надо трудиться. Наша цель – эволюция. Прибудем в конечную.
думаете, что палач Рока спасет вас? Ваше спасение в нас, а не в нем. Thank you.
Положение второй турели позволяет вам уничтожить оставшиеся щупальца. Пространственные друзья не будут ступать по оскверненной территории. Земля должна быть очищена. Thank you.
Управление перехвачено. Теперь путь свободен. Вы можете попасть в цитадель. Запись 006, 9 февраля 1963 года. Они боятся только его. Больше их ничем не проймешь. Им не страшно самое лучшее оружие, которое мы только спасли. We'll be right back.
Внимание всему персоналу комитета. Альтернативно живые проникли в здание. Рекомендуется эвакуация. Доктор Елена Ричардсон, запись 007, 3 марта 2163 года. Мы уповаем на него. Доктора Хайдена располагается на верхнем уровне этого здания. Внимание! Были активированы аварийные протоколы. Немедленно покиньте комплекс. Господи! Да, доктор Хайден был убежден. Ну, что вы за этим придете когда-нибудь. А можно я вам скажу, что это большая честь увидеть вас лично? Я... Внимание! Были активированы аварийные протоколы. Немедленно покиньте комплекс. Мы не знаем, как получить доступ к корееву мозга. Там такое все черт ногу сломит. Нам надо теперь как-то аккуратно его вывести. Был дан четкий приказ. Признаки жизни едва уловимы. Внимание! Демоническая угроза 5 уровня в центральной лаборатории. Thank you.
Внимание всему персоналу комитета. Альтернативно живые проникли в здание. Рекомендуется эвакуация.